Всем привет, друзья! Мы находимся в центре Риги у вокзала Ориго. И сегодня мы с вами отсюда поедем прямо в Таллин. Если кто не знал, Таллин – это столица страны Эстонии. Туда можно добраться на автобусе, который ходит прямо из моего города Риги. Это Латвия. И буквально через 4, может быть, 4,5 часа мы с вами окажемся в Таллине. На что будет похож этот обзор? Я не буду рассказывать вам никаких исторических фактов, ну, может быть, только чуть-чуть. Если вам интересно, вы это сами можете посмотреть в Википедии. Я вам буду рассказывать самые практические вещи об этой поездке. Цены в отелях, в магазинах, где можно дешевле поесть. И, разумеется, везде буду указывать стоимость. Я сделаю обзор номера в очень хорошем отеле. А также мы с вами посетим морской музей Эстонии. Или, как его еще иначе называют, летная гавань. И попадем на настоящую подводную лодку. Вот он, центральный рынок, дорогие друзья, в городе Рига. Можете насладиться местным колоритом. Пока что еще только... Сколько времени? 8? 8:30? И поэтому тут все только начинается. Можно купить на дорожку паленой водочки и контрабандных сигареточек. Это, конечно, была шутка. Классика, дорогие друзья. Рынок. Сама же автобусная станция находится в 5 минутах ходьбы от Рижского центрального рынка и в 10 минутах от Рижского центрального вокзала. С двумя чемоданами добираться было не очень удобно, но в принципе нормально. Очень хорошие автобусы Люкс Экспресс, но сегодня у нас будет немножко другой. Утки в канале в Рижском и автобусы в различные направления страны Латвии. И, конечно же, за ее пределы. Напоминаю, наше направление сегодня Таллин. Вот он, центральный рынок, немножко с другой стороны. И непосредственно само здание автовокзала, где есть туалет и какие-то кафешки. И, конечно же, игровой зал. В России есть отдельная зона, а в Латвии, в Риге, игровые залы, кстати, и в Таллине тоже. Игровые залы на каждом углу. Вот он так вокзал выглядит внутри. Есть банкомат, есть билетные кассы. Это переводится как газеты, журналы. Банк и, конечно же, какая-то кафешечка. Туалет там. Написано на латышском языке, переводится как платный туалет. А... Сколько стоит у нас платный туалет? Он стоит 30 евроцентов. Я напоминаю, то, что мы еще пока не в Таллине, мы еще пока в Риге. И в Таллине, и в Риге имеют хождение евро. Кофейный аппаратик. Цены на кофе. Все около 85 евроцентов. И на всякие латте. Шоколад горячий и прочее. И даже чай. Чай немножко дешевле, чай стоит 60 центов. Также есть возможность оставить багаж. Стоит это 1 евро и каждый следующий час 30 центов. Еще некоторое время мы потратили на поиск нужного нам перрона. И вот через несколько минут подошел наш автобус. Вот он, наш автобус, который отвезет нас в Таллин. Как видите, он идет в Санкт-Петербург в том числе. Обещали комфорт-класс. Как он внутри? Сейчас посмотрим. Да, но автобус это старенький. Ну, не знаю, я не думаю, что обманули. Будет очень грустно. Да, это все-таки комфорт-класс, люксовый. Мониторы. Так, где наше место? Эти два, да? Все, это наши места. Ну и, конечно же, вид из окна на наш центральный рынок и уже отъезжающий куда-то автобус. У нас тут есть какие-то интересные мониторы в креслах, кофейный аппарат, туалет и, наверное, кондиционер где-то прячется. Вот он.
Расстояние от Риги до Таллина примерно 300 километров. Время в пути около 4 часов. Стоимость билета на автобус в один конец 16 евро. Очень просто посчитать, что за двоих туда-обратно я заплатил 64 евро. Кстати, специально для жителей России я узнал, что билет из Санкт-Петербурга в один конец будет стоить 20 евро, туда-обратно соответственно 40. Что интересно, с Москвы автобусы Эколайнс едут в Таллин через Ригу, и это будет стоить уже 60 евро в одну сторону. Кстати, по дороге в Таллин мы въехали уже в первый эстонский город Пярну, который находится почти на границе с Латвией. Маленький уютный городок, хорошее пиво и вкусная еда. И, конечно, отличные гостиницы. Это Европа, дорогие друзья. Если вы хотите, чтобы я как-нибудь туда съездил и снял обзор, пишите об этом в комментариях. После короткой остановки в Пярну мы поехали дальше. И уже через несколько часов мы въезжали в Таллин. Приехав на автобусную станцию, прямо там взяли такси. Это было нашей ошибкой, потому что за 3 километра, что мы ехали до нашего отеля, я заплатил 8 евро. Запомните, дорогие друзья, самые дорогие такси это те, которые стоят у вокзалов и аэропортов. А вот и наш отель. Крейцвальд Хотел Таллин. 4 звездочки. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, так ли там хорошо, как о нем пишут. Первое впечатление об этом отеле было хорошее. Вежливый парень на рецепции выдал нам ключи от очень хорошего номера. По-русски он не говорил, но мы знаем английский, и для нас это не было проблемой. Ну что, вот он, наконец, обзор отеля Крейцвальд, который находится в Таллине на улице Эндла 23. Итак, дали нам номер на втором этаже. За все про все мы заплатили 162 евро. Это очень мало, это гораздо меньше за двое суток. Это гораздо меньше, чем у меня было на букинге. То есть мне сделали скидочку. Все. Вставляем карточку и идем внутрь. Так, ну что тут у нас? У нас тут принадлежности для кофе, шкаф. Темно, темно, темно. И непосредственно сам номер. Чистота, конечно, идеальная. Стоят две бутылочки алкогольных напитков. Одна стоит 21 евро. Вторая стоит 3,70, это минералка. У нас это минералка и вино. То есть вино за 21 евро. И две конфетки, наверное, бесплатно. Лампа и телек. Что интересно, здесь есть кофейный аппарат и салфеточки. Вид из окна у нас на автомобильную стоянку. Сейф есть? Халаты, сейчас посмотрим тапочки. Сейф. Так, халаты, тапочки тоже. До них еще дойдем. Вот, ну, достаточно все красиво. Очень чистое белье. Вот такой вот номер. Все, нашел, как включается свет. Для этого нужно карточку вставить. Вот, прикольно, как в держалку. Так, все, идем в джакузи. Ого. Может быть, да. Вот унитаз. Ну, в принципе, все чистое. И джакузи. Мыло. Какая-то интересная надпись. Непосредственно джакузи. И принадлежности для умывания. Конечно же, полотенце. Еще полотенце. Какие-то маленькие штучки с чем-то, наверное, там мыло. Так, письмо составили. Где были халаты? Ты говорила, были халаты. Вот, эти, вот они. Действительно. А сейф внизу. Вкус. Действительно. Есть халаты, есть ложечка для обуви. Полировочка для обуви. А есть... Полировочка для обуви. Полировочка для обуви. Точно. Шапочки для бассейна. Это очень нужная вещь. Кофе тоже. И тапочки есть? Да. И тапочки и есть. Есть. Ну, вообще, супер отель. Супер. Плюс я уже рассказал о том, что сделали очень серьезную скидку. Так у меня получалось 180 евро по букингу, а так получилось 162 за двое суток. Приветственное письмо на английском языке прямо на мое имя.
Ну что, вернувшись из магазина, я вернулся не один, а с такими тремя бутылочками пива. Так, дорогие друзья, я нашел холодильник в столе. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Так, ну что, будем знакомиться с ценами. Значит, сколько с ней Марс стоит? Каберне Савиньон стоит 21 евро. Водка Вихула 0,2 стоит 9,50. А приколи, это нам подарок. Марс и Принглс. Это не написано, что это стоит. Сейчас посмотрим. А, нет, это не подарок. Вот шоколад Марс 2,50. Шоколад Марс 2,50. Простая минералка. Принглс 3 евро. Да, простая минералка. 0,2 2 евро и 0,7 3,70. Принглс 3 евро. Шоколадка. 50. И орешки 3 евро. Также у нас тут есть куча вина, но мы это все дело купим свое и заполним холодильник своим. Ну что, второй наш день пребывания в замечательном городе Таллине. После завтрака мы наконец-таки отправились в летную гавань. Завтрак в этом отеле, надо сказать, был очень хороший. Вот какая красивая церковь, буквально в 3 минутах ходьбы от нашего отеля. Любителям достопримечательностей она понравится. Ходим, мы ищем третий автобус, который как раз таки идет в морской музей. Пока что найти его не можем. И наслаждаемся видами. Видами субботнего Таллина. Вот, на каждом углу, на каждом столбе висят мусорнички. Это очень хорошо. Но все равно на улицах не вполне чисто. И находятся свиньи, которые кидают мусор прямо на дорогу. Огромный отель под названием Виру. Вы видите на своих экранах. Когда-нибудь, может быть, я сделаю обзоры на него. А пока что мы идем покупать билеты на транспорт. Вот такие вот красивые низкопольные трамваи ездят в Таллине. Зона старого города стоит сколько? 4,80? Ну, 5 евро. 5 евро час. Вот так. Кто путешествует в Таллин на машине, имейте в виду. Да, кстати, в нашей Риге тоже стоит 5 евро один час. В старой Риге. Такси. Такси, как вы помните, стоит очень-очень дорого. И смотрите, чтобы вас не надурили. Это булки. Булки и Макдональд. В принципе, нам тогда. Вот. Такая вот в Таллине полиция. Они все на Шкодах, кстати, есть. Да, все на Шкодах. Сейчас мы найдем киоск. А, ну, я думаю, он ближе к нам. Киоски тут на каждом углу были, пока мы не начали их искать. Киоск, да. Вот, мы нашли киоск на той стороне улицы. Р-киоск. Они тут везде. Идем туда покупать билеты. Фонтанчик. Красивенько. И куча такси. И за углом Макдональд. Итак, дорогие друзья, оказалось, все не так просто. Пришлось заплатить 5 евро за один билет, потому что 2 евро стоила одна карточка. Итого получилось 3 плюс 2 – 5 евро, и на 2 человек получилось 10 евро. 2 дневных билетика с двумя вот этими вот карточками. Но карточки можно будет использовать еще, если мы еще приедем в Таллин. Ночной клуб местный. Играет отвратительная музыка. Ужас. А, ну вон первый трамвай, смотри. Все, да, нам туда. Кроме первого трамвая, к летной гавани идут еще автобус номер 3 и трамвай номер 2. Выходить нужно на остановке Линнахаль.
от старого города это было совсем близко, и уже через 10 минут мы были на месте. Но до порта предстояло еще пройти пешком. Висит знак, что Ленну-Садам, то есть летная гавань, и показано, как туда добраться. Ну вот еще один указатель. Там огромный, да, огромная территория с кораблями и ангар. Ну, это значит, к реке давай подойдем и учимся. Ну, наверное, да. Кажется, в самый конец туда, нет? Ну, в любом случае, где-то мы тут в правильной стороне давай находимся. Посмотрим. Паромчик, на котором можно покататься. И стоит это... Стоит билет 10 евро. Куда стоит совсем ржавенький кораблик. Тот, на котором можно покататься, наверное, он вон там. Так, пиратская яхта, пиратская шхуна, которая еще даже, наверное, плавает. Нам надо не уплывать. Нет, нам нужно идти по дороге. Я думаю, что вряд ли на территорию. По этой дороге прямо. 10 тысяч километров. Да, я думаю, что метров 800. По дороге... А точнее, не по дороге, а совсем рядом с летной гаванью есть бывшая рабочая тюрьма, работающая тюрьма. По-моему, около 2000 года она прекратила работу, если я не ошибаюсь. Вот, сейчас это музей. Что такое комна с 18 по 20 сентября? Я не знаю, что это значит, но может быть выставка какая-то. Вот, это тюрьма. Можно посмотреть цены. А, кстати, там кафешка есть в тюрьме. Кофе 1,5 евро, чай 1 евро, цена. Пиво 2,50 евро. Хорошо. Цены замечательные. Настоящий тюремный корпус. И бар. И лошади. Коровы. И теленок. Пошли посмотрим коровы. Вот они. Буренки. Граффити. И куры с петухами и бараны. Очень символично для территории тюрьмы. Ну что, цены. Где цены? 3 евро. 3 евро стоит билет, 2 евро для студентов. 1 евро для непонятно кого. Ну не что, знаю. Там будут только вот эти захолустья какие-то? Да, там будет тюрьма. Вот, вот такая вот территория. Да, сегодня как бы мы и не планировали туда идти, может быть потом. Так, чисто посмотрели цены. Можно почесать корову. О! Коровья задница. Ну вот, уже почти пришли. Вот уже за деревьями виднеется ангар. А слева огромные корабли. Вроде как на них тоже можно попасть. Нам за эти ворота. Да, и стояночка, кстати. Стояночка, кстати, бесплатная, да, и Шевроле Камара, конечно же. Люблю его. Куда же без него. Первый экспонат нас встречает, это буй или маяк. Ну вот он музей. А подводная лодка, она получается внутри? Да, раньше она плавала возле того берега, где вон те корабли. Сейчас она висит на креплениях внутри этого ангара. Раньше в этом ангаре стояли самолеты. Какая-то непонятная штуковина. В кустах. Так, корабли прямо. А это подводная лодка или что? Корабли. Корабли прямо. Музей направо. В любом случае билет нужен. Конечно. Вот он такой. Играет музыка. Это вот эта
Негромко. Да, наверное, да. И вход. Главный вход. И куча сувениров. Он работает, все это дело с 10 до 19. Билеты, значит, у нас тут что? Тут у нас 14 евро для взрослых. Что такое парк Паксум и Грит? Что это такое? Где? Ну вот, или ну Садам, я поняла. А что такое Пакс Маргарита? Короче, в общем, 14 евро чисто этот музей. Фред Маргарет, что такое? И толстая Маргарита — это башня, которая находится в старом городе. Это просто обычный музей. А, нам она не нужна? Нет. Ну, она тогда и стоит 2 евро. А что нам тогда нужно? Сиплейн Харбор? Нам нужен Сиплейн Харбор за 14 евро на человека. Family. А, ну вот, внизу на русском языке. А, ну да. Пожалуйста. Я ребенок. Как-то так. Да, цены, нет, конечно, не из самых маленьких, но я надеюсь, что оно того стоит. Пошли. На сегодня это пока все. Обязательно посмотрите следующую часть нашего путешествия. Там я делаю очень подробный обзор музея «Летная гавань». Мы побываем на настоящей подводной лодке, увидим огромные корабли и покушаем в центре Таллина. Спасибо за просмотр и переходите ко второй части.